Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня у нас посадочный день, и мы будем садить перец. Это кустарниковый F1 Apache. Он вообще создан для выращивания в контейнере или в вазоне на балконе. Мы хотим его уже дома вырастить, на подоконнике. Здесь вот всего получается 7 семечек. Немного, но посадим все. И второе мы будем садить. Вот такой перчик. Острый язык дракона. Здесь написано, не требует формирования. Но здесь семечек побольше. Ну, посадим штучек 5-6. Будем садить самым обычным, простым способом. Нашу земельку мы сбрызнем водичкой. Увлажним. Далее открываем. Да. Так, берем по семечке. И вот так сюда. Оп. Будем надеяться, что они у нас все зайдут. И немножечко вот так вот прорыхли. Теперь у нас крышечки нету, поэтому мы убираем наш контейнер в целлофановый кулечек и поставим на подоконник, на светлое место, чтобы попадало солнышко. И будем ждать наших всходов. Таким же способом мы будем садить острый перец. Здесь семечек побольше. Посадим все. Сразу будем прирыхлять. Если зайдут все, то поделимся с родителями. Мы его добавляем, этот перчик, в чай. Очень вкусно. Ну и так в еду. И также наш контейнер, клёчек. Прошло полтора месяца. Наши перчики с вами подросли. Посмотрите, какие стали. Так, перец, который кустарниковый, вышел весь, что мы садили. Ну, а который язык дракона, он, конечно, здесь семечко 4 не взошло. Ну, нам этого достаточно. Сегодня мы будем рассаживать их по одному. В красивые горшочки, в такие, чтобы нам не путаться, мы посадим кустарниковый перец. Ну, а вот в такие простые горшочки мы уже посадим язык дракона. Нашу земельку мы хорошо польем. Далее берем один корешочек. Сделаем углубление. Давайте я вам так разверну. И садим. Ну и с другими продолжаем делать то же самое. Вот такая у нас с вами красота получается. Теперь наши перчики будут хорошо расти. Здесь много места в горшочках. Ну все, мы рассадили. К
кому будет интересно, какой у нас будет в итоге урожай, смотрите нас, подписывайтесь на наш канал. Ну, а мы с вами будем прощаться. Всем пока-пока.